Ни хрена не вижу. Где может быть ебучий вход? Не видно. Лети, Сюнин. Бомбы нет, блядь. Покажи мне все. Сука. Вы, блядь.
пиздец, и где адреналин брать, блядь? Ой. Пиздец, просто, блядь, слов нету. Его деяния будут помнить. Конец. Так. Все это подождет, надо пост, короче, идти делать. И че, и три тайны осталось. Там какой-нибудь зверь, легендарный дрэнк и еще какие-нибудь камешки поскладывать. Такой пост лучше открыть, а то добираться до него вообще пиздец. Чувствую прилив. Так, бухло делается, отлично.
Остались здесь, все есть в этих двух. Так, здесь склад надо, и здесь, кстати, надо, и здесь можно склад, но сначала на хранилище надо Ну а седра у меня этого беспонтового нету. Посмотрим, что там на счету. Что у меня там? Вероятность критического удара. Египетский хапеш. Серп. Русский щит. Тяжелый щит, кстати говоря. Атака способностями возрастает. Получили, и ладно. Так, тут прокачано здесь.
сейчас вкачаем. Склада нету. Тут все есть, и тут все есть. Ну-ка. Все вкачано. Если у нас одежды по две, книги две, бухла две, вот слоновая кость только одна. Может, еще где-то есть? Честно говоря, не знаю. О, заполнилась слоновая кость. Пойти забрать. С нами стал торговать Армель. Их... Мед так драгоценен. Как жидкое золото. Да. Ты подожди, я барахло-то достану. Во. А. Многие земли хотят наших товаров. Thank you.
Так, ну еще дальше. Бухло, книги надо. Бухло, сотка. Офигеть. Копье византийское. Потом-то просто на бабки меняется. Ну, это понятно, короче. Все на сегодня. Тут тебе всегда рад. Эйвор, извини, меня тут отвлекли. Азар, у тебя все в порядке? Да. Нет. Будет в порядке, когда я наконец увижу труп этого негодяя. Думаю, мне известно, о ком речь. Константинос приплыл в Ирландию. Его корабль причалил прошлым вечером. Ты получишь его голову. Благодарю тебя, Эйвор. Но это не обязательно. Он угрожает торговле, так ведь? Я лишь защищаю свои интересы и помогаю другу. Ладно. Но не лишай меня возможности отомстить. Приведи его живым. Увидимся. Корабль Константинуса пришел в гавань Дублина. Я найду его там. Удивительная тут стража. Сюнин, укажи путь. Стряслось.
Этот седовласый, верно, Константинус. Азар ждет его. Так, погнали, товарищ. Я не могу идти. Потерпишь. Кое-кто из твоих знакомцев хочет тебя видеть. По этой трехлятой ведьме преисподня плачет. Придержи свою брань до вашей встречи. Thank you.
тебе тут всегда рады. Что сегодня предложишь? Кинжал у нас какой-то есть. Восстановление здоровья 3. Больше ничего не желаешь? Мне... Азар, старик, Дублин, Благоде, Мастуэт. Совсем ебанулся. Интересно, пофиксится эта херня, нет? Чё, я ебанулся, что ли? Я надеялся убить тебя на сей раз. Ты всегда был беспечен. Я хоть глаза тебя лишил. И брата! Что за жалкий был сопляк! А твоя сучка-мать, как она кричала! Давай! Не тяни! Покончим с этим быстро! Быстро? О, нет. Нет-нет, мой дорогой Константинус. Нам предстоит долгий путь вдвоем. Иначе зачем мне столько острых предметов? Ты заплатишь в 10 раз за то, что сделал. Из тебя, жалкий циклоп! Тебя пожрет ад! Здравствуй, Эйвор.
Азар, что с Константиносом? Его жрут свиньи. Тебе спокойнее? Спокойнее? О, нет. Но мир стал чуть лучше. Хочешь заключить... Ну давай, чё. На это еще копить и копить. Вот и все. Жду твоего возвращения. Так, получается. Эта вся херня построена. Это все копится, это все зашибись. А, еще Дренги же есть. Говорит все-таки сюжетный квест, что он там скажет, что делать, уже все улучшено, что же можно. Дар для Флана уже на пути в Мида. Хорошо. Я как раз собирался ехать на коронацию, но тут возникли затруднения. Какие? Бард Флана Киара доставила сюда его приглашение, а теперь куда-то запропастилась. Думаешь, она в беде? Нет, скорее где-то развлекается. Полагаю, на рынках Дублина. Ее надо найти. Придворный Бард довольно важная фигура. Без нее никакую коронацию даже не начнут. Я этим займусь. Где будешь ты? У ворот Дублина. Я приготовлю коней. Искать какого-то барда, когда, блядь, это ты сам бард. Скальд. Осмотрись вокруг. Хватит завывать! Пожалей наши уши и заткнись! Ладно, болван ты этакий. Все вы одинаковы. Хватай, суку! Эй, певчие птицы, и петь нельзя? Дерьмо. Будто данные тугоухие что-то смыслят в песнях. Тебя Киарой звать? Держи ее! Вот так дива. Неужто еще одна беда меня нашла? Прости, но она пойдет со мной. Нет, нет, нет! Пусть ответит за оскорбление! Иначе никак. Ха.
Будешь должна. Похоже, наша рифмоплетка притомилась. Поднимайся, птичка. Малин, почему вокруг все так вертится? Холодная вода тебя вмиг исцелит. Малер Крех, это еще зачем? Чтобы прогнать хмель. Не думай, будто я потащу тебя в тару на своей шее. В тару? Постой, ты кто? Меня отправил за тобой Барит. Он ждет нас у конюшен. А, посланник. Скажи, сколько серебра нужно, чтобы Барит не узнал об этой потасовке? А то в следующий раз, когда буду в Дублине, приставят кого-нибудь из стражи. Знаешь, Барит иногда такой чувствительный. Знаю. Барит мой близкий родич. Думаю, язык навлек на меня сегодня достаточно бед. Меньше им болтай. Мне помогает. Идем. Барит о тебе не рассказывал. Как тебя зовут? Эйвор. Я родом из Норвегии, а теперь живу в Англии вместе с кланом. Целый клан? Таких же драчунов, как ты? Благодаря моей драчливости ты все еще дышишь, Барт. Верно. Барит! Я уже начал волноваться. Все в порядке? Нас задержали. Эй, к чему убиваться по пустякам? Вперед, в тару, а то опоздаем на коронацию. Как скажешь. Эй, осторожно! Твою родню, Барри. Эйвор говорит, что прибыл из Англии. Да, он помогает обустроить в Дублине торговлю, добыть ценные товары из далеких стран. Я уже там временем все добыл. Дублин станет центром торговли в Ирландии. Уже. И принесет выгоду всем королевствам. Будущий верховный король будет рад. Надеюсь, Флан будет видеть в нас не только выгодных союзников, но и друзей. Тут ты не одинок. Дружба с Барридом может принести много пользы. Не стоит твоему королю об этом забывать. Похоже, Эйвор не осведомлен о нашей истории, Барит. Мы надеялись побеседовать с Фланом. Я желаю укрепить связи между нами. Сумеешь помочь? Быть может. Посмотрим, как пойдет дело. Хуёво, если пойдет, мы из Англии корешей позовем и все. Сразу заебись будет.
Роскошно, правда? Серебра явно не пожалели. Госпожа, один из священников куда-то пропал, а в его шатре все вверх дном. Я боюсь, что случилось нечто ужасное. Пропал? Это точно? Может, это пустяки, а может, беда. Где Флан? Он еще не прибыл. Значит, время есть. Киара, делай вид, что ничего не случилось. Мы с Баридом во всем разберемся. Где шатер? На холме, слева. Будь осторожен. Тут была борьба. Не хватало только какой-нибудь беды в канун коронации. Смотри в оба и будь рядом. Мы еще не знаем, что стряслось. Туши животных. Надо вернуться и отыскать другой след. Случилась беда. Узнаем, куда приведет кровь. Дневник Киару. Эту арфу мне помогла сделать мать. Когда я была еще маленькой девочкой, это была игрушка, увлечение, из которого я выросла. Лишь после смерти матери я почувствовала желание вновь достать арфу из подвала. Никогда не думала, что этот неказистый инструмент так долго протянет. Его стоило бы заменить на что-то более достойное, но я не желаю этого делать. Моя душа отказывается. Я привязана к нему, к струнам, к запаху дерева, который остался таким же, как и в день, когда арфа появилась на свет. Но ее все же придется немного доработать. Ей не хватает звучности. Я работаю над приспособлением, которое позволит музыке разноситься дальше. Что за путь проделала эта арфа? Из детской игрушки она превратилась в инструмент. Превратится в инструмент с потрясающим голосом. Сочное жаркое. Вернемся и поищем другой след. Осмотрись, Сюнин. Следы крови ведут прочь от лагеря. Может, к тем шатрам? Дальше крови нет, но есть след телеги. Вся эта история плохо кончится. Боюсь, что так, Барит. И в такой важный день. Коронация Фланна, возможно, будет омрачена. Сюнин, разведай местность. Вон, впереди телега. Видно, что-то сломалось. Кто в телеге? Шеннон, священник. Эти негодяи его раздели. Какой-то лагерь. Что там? Анна Ду не лагерь. Хотя кто-то явно там расположился. Идем. Что скажешь? Священника похитили и отняли одежду. Думаю, чтобы выдать себя за него. Зачем им? С
Скоро узнаем. Нужно быть осторожнее. Что тут происходит? Прольем под битвы. Один! Обыщем. Их прислали убить Флана. Подписи в письме нет. Кто же их нанял? Идем. Нужно рассказать обо всем Киаре. Да, вперед. Должен заметить, Эйвор, ты великолепно держался. Тебе такое явно не в новинку. Ты сам тоже молодец. Да, мы предотвратили убийство короля. Знать бы только, кто за этим стоит. По-твоему, кто на такое готов? Любой король из северных Уэйнейлов. Хотя особенно не планы владыки Ульстера. Король новый, беды те же. Никаких грейдов не видать. Священник мертв, как и его убийцы. Разбойники. Взгляни вот. Приказ убить Флана. Разбойник, кадет и священником, должен был зарезать его на коронации. Прямо у нас под носом. К чему такой риск? Ведь можно отравить или убить во сне. Яд ненадежен, а смерть во сне никто не увидит. Но ты верно подметила, живым убийца бы не ушел. Он был готов погибнуть. Надо предупредить Флана. Кто-то твердо решил его извести. После коронации. Не хочу, чтобы это его терзало. Пусть насладится триумфом. Приходите потом в его палаты в Дэрроу. Он вас выслушает. Теперь простите... Но я должна привести себя в порядок. Идем же, Эйвор. Не так уж сильно я тебя запачкал. Ты мало что знаешь о роли барда при дворе, верно, Эйвор? Просвети меня. Ладно. Ну, чего ты ждешь? Я просила меня оставить. Это и тебя касается. Я вижу здесь немало королей. Весть о коронации Фланна разнеслась повсюду. Идем. Это он? Флан? Да. Что они делают?
Аббат Иоган, предводитель христиан в этих землях. Так он благословляет Фламна. И этим подтверждает, что тот готов занять место предшественника. Все это делают перед камнем Фаль, что, как говорят, дарует истинным владыкам долгий век. Это правда? Смотря что считать долгим веком. Как все медленно. А где же еда? Ты все тот же, Эйвор. Раз уж я тут, пусть меня хоть накормят. Flan for eating ichi koku. Династии вечно враждуют. Коль он умен, то будет искать союзников. Крайне умен, но у него горячее сердце. Он желает покорить север не ради власти, а из жажды крови. По дороге из Дублина Киара что-то говорила о тебе и Флане. О чем была речь? Ты кое-чего не знаешь. Меня короновал Аэт Финдлиад. Он убил отца Фланна, чтобы стать верховным королем. А мать Фланна по обычаю взял в жены. Выходит, тебя тут не любят. Для Фланна Аэт коварный змей, как и все, кого он поддерживал. Заслужить доверие нам будет непросто. Мы только что спасли Флану жизнь. Это уж точно чего-то стоит. Надеюсь. Я сейчас же отправляюсь в Дэроу. Приходи, как только сможешь. Ну ладно, на этом сохранюсь.